И вот тебе стаканчик. Ну какие же бутылки, зачем? Очередной субботний день. Сейчас мы ждем виновника торжества и именинника нашего, которого все еще нет. Который еще не факт, что придет. Он обещал, но Антон сказал, может быть. Подарок принесли. Подарок принесли, да. Ну давай, косячься. Косячься? Я не хочу косячься. Подарок. Нормально, все с подарком. Ладно, сейчас, короче. Давайте начнем разминаться. Вот видишь, правильный совет дали нам. Давайте начнем разминаться. Давай. Я потом уеду, и у меня станет больше вещей. Так я зарабатываю деньги. Если кому еще надо вещи положить в сумку мою, то пожалуйста. Бесплатно даже. Два. Я могу. Один раз освежать. Два максимум. Два. А ты не как? Ну, блин, пару раз, наверное, смогу. Два, три сможешь? Два. У кого какой максимум, вообще, просто скажи? 30. 15-16. Это как раз максимум. 18. 15. 17-18. Ребят, вы чего? 30. 20 курнул. 30. Я зашел. Хорошо, ты сам. Я. Можно я? Я понял, кто будет тренить Соня. 17? Да больше же делай. Тяжелел. Кофта там все дела. Да, там ботинки. Че, все, что ли? Да. У вас 15-15. Понятно, ладно. Он на самом деле нас отвлекает, 10. Пока думает, что будем делать. 10. Не, я знаю, что мы будем делать. Я думаю, кому какое количество делать. Кто делает? Минус 3. Так, в общем, ну, с этим парнем ты же займешься. Ты займешься. Я буду тренить. Ну ладно, и да. Расправлять хорошо. Людей. Базовый. Вот. К соревнованиям. В общем, смотрите. Уже не надо. Тот, кто уже. Мы не едем в Казань. Вот еще. Мы едем в Казань, да. Смотрите. Спасибо Министерству спорта Российской Федерации, которое переносит мероприятие просто вот за пару. Кто делает 15 и более, тот делает подход 10. На будни подходе 10. Ага. 10 раз. То есть 60% от максимума, условно. Ну не. Ну не надо в эти. Волшебная математика от Антона почему? Вот эти вот. Раз, да? Не надо. Раз. Хорошо. Сегодня все по-древнему, без математики. До того, как люди, да, открыли проценты и дроби, да, хорошо. В общем, те, кто делает за 20, делают по 15. Кто делает 30? Я сказал, кто делает за 20. А, все равно 15? Да. То есть, окей. То есть 50%. Окей. Да, блин. Ну, ты же не будешь же 7,5 делать. Поэтому округлим до приятного числа 10. Оно делится на 2, на 5, на 10. Само на себя. Да. Какое хорошее число. А на 0 не делится. Ну и вот. А отдых сколько между подходами? 2 минуты. 2 минуты. Хорошо. Какой вопрос был? 30. Ну, на стопу. Зря ты это сказал. Они интересуются, кто сколько делает на стопом на брусе. Потому мы решили разделить. Делать 5 вопросов на турнике, 5 на брусе. 10-15 делает. Снова 5 на турнике, 5 на брусе. Те, кто делает 30, не кусил. Делают 20. Кончились где-то. Те, кто делает 40, делают 30. Короче, делайте где-то 60% от максимума. Те, кто делает. Че такое, Сань? Нормально. Не переживай, Марин. Не с белыми сражаемся, победи. Тяжело, Саньку. То, что слишком мало отдыха даешь, слишком большой нагрузки не успеваешь остановиться. Отдохни побольше сейчас, походи. Выпей чайку. Выпей чайку, на самом деле полегче стало. Какая же фигня.
слишком резко начал. Сердце не справляется с нагрузкой. Сердце не справляется с нагрузкой. Надо Саню спасти, пожалуй. У тебя есть этот трек? Нету. А есть интернет? Нету. Поэтому рад. Поэтому думаю, сам этот словечный салат все же не кушает. Что, Сань, как в трене? Плохо. Почему? Просто мне плохо. А вообще так вроде плохо. Хорошо. Да, ты спой, чтобы не было проблем с авторскими правами. А зачем он там тогда бежал? Вот какая логика была? Надо было здесь бежать, да. Музыка из Терминатора должна. Поздравляю тебя. Спасибо. Подарок. Да, подарок. Парни, я вообще еле успею, я очень бежал. Здорово. У вас вывеска не горит. Здорово. Нам нужна толстовочка. Какой размер вы? XL или L-ка? Элька, наверное. Элька? Нет, Элька. Где они? Элька, наверное, не Элька. Крутой коричневый марафон. Элька? Думаешь? Или Экселька? Я маленький. Ты маленький? Ну, Элька, я думаю. Или Экселька? Элька, наверное. Не, Элька давно. Думаю, подойдет. Ну не подойдет, ничего страшного. Миха! Где Миха? Надо его поднять. Ты не смотрел, да, фильм? Я смотрел, но я его так. Ты сможешь, давай. Давай, ты сможешь. Только отойди, ты все подальше. Два раза в неделю, я во вторник читаю. Давай, не все. Мне вот так вот хватает. Это дерево. Скажи, ты не... Я гендер. Я заколебался, это. А теперь отходите.